матчап Сиба против Сервантеса. Топ персонаж против одного из, таких, знаете, ниже середины по силе. Сиба считается не очень сильным. У него очень своеобразная игра, и некоторые его очень сильно контрят за ним. Но внезапно Кип стал дропать, видимо, расслабился, булочки немного разжались. Он понимает, что это не настолько значимый матч, и можно позволить себе какие-то вольности. Сделал бесполезный джазгард, ничем не наказал. Ну, в общем, я думаю, он и без таких сложных техник, скорее всего, победит. Ну, да, ну, смотрите, собрався... Ох, комба проходит, и она даже джазгардила, убьет кучу дамага, да. Она сделала... Джазгард прошел просто в самый последний момент. На повторе мы, к сожалению, сейчас не смогли посмотреть, они выключили. Но обычно после анимации не бывает такого. Очень редкий случай. Критиковать Сиба работает следующим образом. Если он попадает им просто в хит, то там наносится, ну, что-то около 60-50. Ну, такой средний приличный дамаг. Если же вы делаете им гив, то там под сотню, если не больше. Очень хороший дэмидж. Если нас смотрят МКшники, то это что-то типа X-Ray Джонни Кейджа. Я бы, наверное, только с этим мог сравнить. Но, как показывает, файтинги очень разные, типа Street Fighter, опять же, Mortal Kombat. Такие Critical Ranger обычно одни из самых бесполезных. Ох! Как он сейчас сделал этот разбив брони? Да, очень клево использовал ситуацию со стеной. Сделал свой ЕГДР, оттолкнулся от нее и закомбил на очень приличный дамаг. Как мы видели, Critical Edge Сервант собой представляет выстрел. Это unblockable, но есть один минус, он high. И в основном его используют в комбах или как панишер. Слава богу, засетапитесь, куча вариантов. Почти в каждой комбе он юзабелен. В отличие от того же Сиба. Вот то, чем как бы Critical Edge Сиба хуже. Он слишком майндгеймный. Ох, ну и как мы видим, вот Critical Edge закомбился в просто в какую-то хрень, которую почти никто никогда не использует. Ох, ЕГДР со степа, не самая простая техника. Кип позволяет себе такие вольности. Уверен в себе, но обычно он порит. И в блок прошел Critical Edge. Комба, запор. Рандомный ЕГДР был как чем перебит волударом. Ох, комба на 80-90 дамачка. И это он буквально смертный приговор сейчас подписывает персонажу. Так, мы слышим, сейчас проходит какой-то нереальный хайп. Это, видимо, Mortal Kombat играется. Насколько я знаю, все еще группы говорят, что выиграл Витязь, если вдруг.